И снова здравствуйте, дорогие друзья, подписчики. С вами, как всегда, Драйвер51Рус. Катаемся сегодня опять с Пинтерес 03.03.16. Все ссылочки на игру, ребят, найдете в группе. Ссылка на группу под видео на канале. Значит, так. Сегодня поедем так, полигон. Сегодня опять у нас на обзорчике будет приватный мод КамАЗ 65-228-8 на 8, ребят. Автор мода, ребята, Доктор Дизель. Ссылочка будет под видео на канале. Также в группе в разделе товаров будет. Все будет там. Значит, смотрите. Мод до конца еще не доделан. Кому интересно, пишите автору. Серега потихоньку его собирает. Я думаю, дособирает. В ближайшее время, то есть по потребности, как там народ начнет обращаться. Все там, ребят, тоже моделька обалденная. Давайте посмотрим. Все, колесики. Я уж не знаю, там рамы, там и чего. Многие там начинают придираться, там то от этого, это от этого. Я вот не знаю, вот я смотрю, вот машина офигенная. Отлично, мне нравится. Причем моделька вообще, смотрите, всякие шовчики, все там охеренно видно. Колесуки всякие. Ох ты, корни бабай. Вот это танк. Евро 3 КамАЗ 600 ту. Охренеть, ребята. Вот это, блин, танк. Ну-ка, давайте в салон. Даже на стекле это КамАЗ написано. Навигатор у нас тут идет. Панелька какая приборов. Офигеть вообще. О, что это такое, тасол. Ребят, все просто шикардос. Вот как обычно. Значит, давайте попробуем так. Это залезть камерой. Не залезем, не залезем никак. Отсюда отключить. Вау, мотор тут все. Писец полный. Нифига там даже покрашено. Смотрите, там что-то. Охренеть, ребята. Не, тачка. Тачка, зверь. Блин, тут нам никак не пролезть. Ну, короче, вот, ребят, такой офигенный мод. Мод будет приватный в товарах, ребята. Ну да, блин. Даже надпись вот эта КамАЗ просто шикардосная. Все просто на ура. Вот эта тачка. Вот это best of the best. Давайте гараж. Залезем. Опа, колеса. Посмотрим. Ага. Ну это... По колесам тут, я думаю, что вот эти самые большие будут тапки. Вот шоссейки какие-то будут. Шоссейки. Я поеду, поедем, наверное, на этих, на стандарте. Еще раз повторюсь, что пока в доработке. Сегодня буквально я с Серегой переписывался. Он нашел уже там какие-то на него тралы. И все это будет процессе, ребят. Ставим, значит, маячки еще не отрегулировано или отрегулировано. Багажник, ага. Ставится вот такой багажничек, такая скоба в цвет, да, и на нее ставятся маяки, да. Козырек ставится, крылья, ребят, ставится это назад, я так понимаю, да. Все, маячки сразу пошли. Так, вот. И сцепка, 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 где сцепка? Вот, ух ты, ни хрена себе. И все, ребят, заводим данный танк. Обал... Не, ребят, это просто зверь. Все, лампа у него. Ну-ка, эта лампа, что-то я не заметил, ставится. А, нет, она была. Она была. Вот такой. Все, со звука, я думаю, Серега там точно накрутил. Звук офигенный. Конечно же, да. Сейчас я, подождите, заглушу его. Сейчас будем слушать. Блин, это надо убрать.
Охрененный звук, ребят. Свой звук, все как положено, ребят. Все присутствует. Так, анимация руля. Не знаю, не вижу. Нету, да и как бы она и нафиг не нужна. Просто. Так, анимация карданов. Так, тут даже анимация мотора, ребята, есть. Все там шевелится, анимация кабины, анимация брызгачков. Все это присутствует. Ну вот пока такой тягач. Аддон и Серега еще лепит, ребят. Кому интересно, обращайтесь. Ссылочка на Серегу будет под видео на канале. Также в группе «Вразить товар». Еще раз повторюсь. Повторяю 500 раз, потому что 500 раз повторяешь, и все равно находятся люди, которые не понимают. Вот поэтому приходится, ребят, повторять. Вы уж извините, кто понимает с первого раза. Так что уж не серчайте сильно. Так. Глоточек попить, а то уже в горле пересохло. Так. Вот, вот такой, ребята, получается КАМАЗик 65228. 228, статья такая есть, тут плохая, идем батон. Так. Не занимайтесь такими делами. Кому интересно, посмотрите в уголовном кодексе. Так, ну все, погнали, чё? Да? Поедем на нем через все жопы, я думаю, полные, которые есть на этом ужаснейшем полигоне, на котором мы все время гоняем. Хватает тут грязи. Поэтому поедем тестить его полностью. Обалдеть, ребята. Подвесочка, все шикардос, все шевелится. Вот это дурачок, вот реально. Такая башка, мама, не гори. Вот этот танк, берем корень. Он карты будет рвать, наверное, просто на куски. Вот этот танк, вот это, блин. Вот это, блин, драндулет. Вот это КамАЗ. Вот это серьезно называется. Ух, какой ты вообще жесткий. Танк просто, ну гляньте, это просто зверюга, зверюга. Да, блин. Всё, давай. Такое ощущение, что, по-моему, тут вообще грязи нет, да? Вот для меня, сколько я не езжу на этом полигоне, ребят. У многих машин проблема начинается с этой первой лужи. Тут же, блин, вообще, он просто едет. Либо трубу бы поставить еще наверх такую, чтобы через реку переезжать, он бы как подводная лодка, но переехал бы. Или акваланг бы выдать. Нашему корифуле, который вообще сидит курицу, не накурится никак. Да пипец, вот этот КамАЗ. Серега, блин, я в шоке, обалденный КамАЗ. Просто зверь. Ребята, у кого есть желание, возможность, да, всем советую. Серега допилит, доделает там все. Тачка зверь. Просто. Охренеть. Вот это да. Вот это номер. Звук какой классный. Да, блин, ребята. Читерская машина, ребят, вообще, вот, кому надо на обзоры, кто пишет обзоры, стримы, да, вот такой танк, обалдеть просто, просто жесть. Сюда, конечно, куда ты еще, родной, конечно, мы поедем только тут. Ну-ка, повышай эту, да, повышай ему. Писец, ребята, да? Вот это... Серега, ты монстр вообще, реально. Ты монстр создал такого... Такого монстра. Вообще, ребята, я... Вот, наверное, все замечательно. Практически не спишь на обзорах. Но вот, Серега, вот это танк. Вот это в натуре машина. Вообще, пятерка. Вот реально от души повеселил.
повеселил в хорошем смысле слова, что классный, обалденный, ему просто, я тебе говорю, просто нереально офигенный. Да, вот это, блин, точило, вот это, блин, точило, конечно. Ребят, вот есть у кого желание, самое главное, возможность, да, возможность и желание, да, вот это приобретайте, приобретайте офигенный драндулет, просто вот, ко всем КАМАЗам КАМАЗ, да, такой. Серега его дособирает, и все, все там будет у него. Он и так-то уже вот, чисто вот одна башка вот это уже в кайф, просто, просто наслаждение. Ну, представьте, там еще будут ладоны всякие, там травы там стоять. Да это вообще шальной автомобиль. Блин, надо как-то скрина его поймать бы где-нибудь, я не знаю, скрин. В каком месте на скрин-то его поймать, бляха. Давайте вот тут как-нибудь щелкнем. Не знаю, прокатит, не прокатит. Да, ребят, тачка. Тачка классная. Классная тачка. Особенно с учетом, что сейчас все картоделы. Парни молодцы, хоть не бросают. Занимаются, держат как-то еще игру, как какое-то разнообразие, да? Делают карты. Стараются, да? И, блин. Карты есть такие, что уже там они превышают прям все разумные размеры, вот прям со спинтайра с плюсом приходится их ставить. Ну я понижайка. Да, точила, конечно. Ну Серега, молодец, молодец. Потихонечку, как он тут вывешивается. Вообще. А заметьте, он едет практически ровно, там, он даже не ныряет. Там. Анимация кабины классная. Даже не ныряет. Давай, поперли, блин, сумасшедший КАМАЗ. Ух, крэзи какой-то просто. Да, блин, красава просто. Блин, ну, вот эта машина. Ух. Вот это да. За счет базы, что длинная и 4... Баста, блин, он почти не ныряет в эти. Ну, он, конечно, вообще монстр. Просто монстр. Серега, ну, блин. Молодчега. Офигенный КАМАЗ. Да. Просто шикардос. Прям уж приятно даже вот тихонечко по, на нем по этому. На нем можно было, конечно, на повышаке просто тупо проскакать. Но я все равно как бы стараюсь там где-то лишний раз там притормаживать. Сам водитель. Со стажем, скажем так, да, большим. Поэтому поговорка тормоза придумали трусы, это как бы получается все ерунда. Ну, нормально едет, даже вот видите, вот, по лесу я даже ради интереса, но вот эти, конечно, пирамиды, хотя я считаю, что они нахер тут не нужны. Ну, давайте посмотрим, тут. Поднимали урон, и все, и съехали. Вот я говорю, они тут вообще как бы терпеть ненавижу. Я, конечно, могу тут на полном ходу на нем думать, перепрыгнуть. Ну, вот. Я вообще не понимаю смысл этой балды всей вот этой непонятной. Хотите горки построить, вы сделаете, блин, просто горки. Без дефолтных объектов. И весить будет меньше. И без проблем будет все. Подвесочка, ребят, все. Все отличненько, все работает. Пихес, конечно, да, вот это, блин, КАМАЗ, вот это, да.
это зверь. Какой он огроменный вообще, пожалуйста. Все там анимация, мотор весь дрынкает, смотрите, там все классно. Не буду тормозить даже. Уху! Да, ребят, КамАЗ на ура, вот реально, просто классно, шикарный. Шикарный монстр. Подвесочки как вообще идет. Красотуля просто. Хе, как будто лужи и не было. Проходимость у него, конечно, адская просто. Давайте посмотрим. Ну, я говорю, у меня такие вот моды, да, и какая, помню, там, скорость, да у него вообще под полтос вываливает, смотрите, 48, 49, полтос, ни хрена себе. Да, вообще, конечно, жесть, Серега, блин, я в шоке, мод обалденный. Ну, еще на подходе. Серега, ребята, на общак готовит мод, будет в ближайшее время, наверное, я думаю. Думаю, что будет. Да не знаю, как это поближе, получше щелкнуть. Как бы камера. Вот что-то как-то так. Вот такой, ребята, был обзорчик на КамАЗ 65-228-8 на 8. Автор мода доктор Дизель, ребята. Значит, ссылочка на автора и по вопросу приобретения будет под видео на канале. Также в группе в разделе товаров будет ссылочка на автора. Подписывайтесь, ребята, на канал, ставьте лайки, делитесь видео. Подтягивайте друзей, будут розыгрыши в группе, по группе, по каналу будут. Так что будьте активнее и на канале, и в группе. Всем удачки. С вами был Драйвер 51 Рус. Всем удачи, пока. Пока-пока.